Сегодня, друзья мои, мы в Жировичском монастыре мужском. Ходим, гуляем по такой красоте. Ведь если ты был в Слонями и не посетил Жировичи, значит, ты был в Слонями зря. Не окунулся в купели, не очистился, не помолился. А это место у первого святого источника и купели. Здесь есть мужская и женская. Есть капличка, где можно помолиться. И есть место, где можно набрать водички жировической. Бежим, торопимся. Спасибо охраннику, который пустил нас, несмотря на то, что у него начинается санитарный день. Вот такая купель в Жировичах, и нас сюда все-таки пустили. Спасибо еще раз человеку, который пустил нас окунуться. Это в очередной раз подтверждает мою мысль о том, что в Слонями и Жировичах живут очень добрые и хорошие люди. Впрочем, как и везде в Белоруссии. Очередь за водой. Как-то тут источник сделан. Уже другой источник, недавно открытый. И вон там тоже купель и водичка. Конечно же, мы с девочками окунулись и здесь. Ведь когда еще доведется побывать Слонями и Жировичах? Прекрасные святые места. Совсем забыла вам показать, что всем, у кого не было юбок и косыночек, всем на территории монастыря нам все выдавали. Вот такие косыночки любой расцветочки и вот такие накидки, напоминающие юбку. Конечно, мы посетили и сам храм, но там я снимать не стала. А это уже кадры нашей вечерней прогулки по городу. Август, Слоним и жара 30 градусов. Но мы гуляем. Вот он, Слонимский райисполком. 29-8-30 градусов в тени. Это вечер, 8 час. И смотрите, здесь такие красивые фонтаны. Здесь так классно. И мы гуляем. Лампа со сморгонь. Но все хорошее имеет обыкновение рано или поздно заканчиваться.
Эти 2 недели в Слониме тоже пролетели очень быстро. Нам пора домой и приступать к работе на свои рабочие места. Но все-таки спасибо Слониму, спасибо Августу и спасибо новым впечатлениям и новым знакомствам. Спасибо также всем, друзья, кто досмотрел до этого момента. Оставайтесь здоровы и берегите себя. Вот такой мой отчет о курсах в Слониме. Ваша Алена Колосова. Всем пока-пока! До новых встреч, друзья!